Анна Андреевна Ахматова – русская поэтесса, переводчица, литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Благодаря своему таланту, острому уму, яркой внешности она привлекала к себе внимание поэтов, посвящавших ей стихи, художников, писавших ее портреты, композиторов, которые создавали на ее произведения музыку. Творчество Анны Ахматовой – это ее судьба, история народа, частью которой она была. В стихах Анны Ахматовой пронзительность и внимательность, трепетность, нежность и гнев, недосказанность и четкость, величие и простота. Анна Ахматова – явление не только живое и развивающееся, а еще и органически связанное с национальной почвой и отечественной культурой. Мы не раз могли убедиться, что именно горячее патриотическое чувство и осознание своей кровной связанности с многослойной твердостью национальной культуры помогли поэтессе избрать правильный путь в самые трудные годы. Анна Ахматова – художник обостренной совести и сметенного, вечно ищущего и неудовлетворенного духа.